Приветствую всех уважаемых танкистов. Сейчас хочу похвастаться, показать вам ролик, как получил мастера на Т-49. Такой картонный танчик подписал с прикольной, довольно быстрой и больно стреляющей пушечкой, но картонный, то нельзя. Пробивается любыми, даже четвертыми уровнями, скорее всего. Итак, видимо, Стюарта, который спрыгнул уже с горы, получив немного плюх, и опять зачем-то поехавший на гору. Получает. Еще одна ПТСАУ, кстати, дальний родственник, то на чем я езжу. Помогает мне Леопард немного, и так случилось, что и его забираю также я. И тут я замечаю такой сзади 34-ку, загравшуюся со стороны. Но почему-то стреляю в стену, потому что башня крутится чрезвычайно медленно в этой машинке. И сейчас будут игры в кошки-мышки очень забавные, немножко ускорят. Теперь самое примечательное в этом бою. Давно, с самого начала боя я заметил, что вот там на пригорке стоит АТ-шка. Очень трудно пробиваемая ПТСАУ. Но она без башни, ее закрутить как раз плюнуть. Но внизу там ездит наш Леопардик, и остался еще я. К сожалению, получил я сейчас плюху небольшую, а Леопард пробить его не может. Ну, конечно, понимая, что это детский лепет, и закрутить эту черепаху совершенно не проблема. Главное, подкрасться к ней как-то. Ну, так как Леопард есть, я решил это сделать. Только сейчас до меня дошло, что мы вдвоем с Леопардом остались. И решаю я закрутить эту черепашку, съездить, подобраться к ней, пока она занята Леопардом. Да, заехал она за бугор. Тут мне, честно говоря, как и всю игру, опять очень везет. Немножко умения и в основном везение. В итоге получим мастера и 6 фрагов. Ну вот хоть убейте меня, не понимаю, как на таких тортилах люди получают мастеров, как играть вообще. Любая танкетка тебя закрутит в два счета.